9 января, у нас уже неделю солнечно, плюс 15, плюс 18 днем. Ночью доходит до плюс 5, иногда чуть ниже опускается. Вот, курочки продолжают веселиться на свободе. Сейчас им новый участок пастбища предоставили. Вот, ночуют в теплице, как зимнее содержание у нас в теплице. Вот, и сейчас посмотрим на их январскую травку. Вот так вот наши красоточки гуляют. Единственное, что и вообще в принципе все время, что мы содержим кур на пастбищном содержании, потери у нас есть от верхних хищников. То есть нижние, даже когда сетка у нас не работает, они не активничают. Ну, возможно, потому что на территории есть собака. Вот. А верхние, когда курочки уходят далеко от курятника, и в данном случае вот они отходят достаточно далеко, вон, если посмотреть на самых крайних, от теплицы, то, естественно, если верхний хищник атакует, они не успевают укрыться. И вот за последние два дня у нас уже 4 потери от птиц. А травка-то в январе зелененькая. Вот тут перышки остались от как раз то, что хищник убил. Так, ну и вот территория, на которой курочки, ну то есть территория, которую курочки вот в такую вот голую почву привели буквально за две недели, находясь на выгуле ежедневном. Вот у меня спрашивали, что куры еще помимо травки сухой едят зимой, помимо того, что мы даем им сено люцерны. Вот раскапывают. Смотрите, сколько здесь ям в голой земле. Раскапывают вот такие вот ямы, роют и достают себе муравьев, жучков, паучков. Так как температура достаточно положительная, тепло на улице, то в спячку, возможно, уходят не все. И вот, вот такие вот разрытые ямки. Роют, что-то ищут. В любом случае находят. Это вот у нас вторая стая. Они друг от друга отделены. Вот, потому что для них стрессом будет соединиться вместе. Вот. И у них вот здесь вообще такая куча травы, дерна. Здесь тоже очень много интересного. Помимо основного ежедневного корма, конечно. Кто-то даже вот так пытается и тапочки покушать. Чувствуют курочки себя и зимой, и летом вот в таких вот условиях проживания замечательно. Отопления в теплице у нас нет. И даже в минусовую температуру с курами все хорошо. Вот так вот у курочек сейчас обед происходит, потому что... Ой, поэтому многие курочки сейчас внутри решили покушать. Ну и сейчас пойдем собирать яйца. Угу. А вот они, наши пастбищные яйца. Кто-то там возмущается, девчонки, подождите. Вот поэтому они у нас чистенькие. Потому что вот гнездовая система таким образом устроена, что они по коврику скатываются вниз, и здесь уже куры их не достают.
теплице куры в основном проводят только ночь и вот приходят сюда снести в гнездовой системе яйцо и пообедать, поужинать, позавтракать. А потом вот так вот выбегают дружненько на волю, на травку, на землю.